Ассаламу алейкум, всем привет, друзья! По лунному календарю сейчас идет месяц Рамадан, уже почти половина месяца прошло. И поэтому сегодня мы с вами выучим несколько фраз, касающихся этого месяца, и также праздника Айд-аль-Фитр, праздника Разговения. Итак, начнем. Рамадан – месяц поста. Рамадан – шахру сиям или ас-саум. Рамадан – шахру сиям или ас-саум. Я постящийся. Ана саим. Ана саим. Мусульмане в месяц Рамадан каждый день постятся от рассветной молитвы или с рассвета до заката солнца. Ясумуль муслимуна фи шахри Рамадана кулля яум мин аль-фаджри иля гуруби шамс. Ясумуль муслимуна фи шахри Рамадана кулля яум мин аль-фаджри иля гуруби шамс. Глагол сома ясуму поститься, гуруб закат, шамс солнце. Мусульманин в этот месяц совершает много пожертвований или подаяний. Юкфируль муслиму фи хада шахри минас садакат. Юкфируль муслиму фи хада шахри минас садакат. Акфера юкфиру – это делать что-то в большом количестве. Садака – подаяние, пожертвование, и садакат – это множественное число. Что ты ешь на сухур? Сухур – это принятие пищи до начала поста. Мэдэ тэкулю фис сухур? Мэдэ тэкулю фис сухур? Обычно я ем легкую еду, легкие закуски. Акулю макулятин хафифатан адатан. Акулю макулятин хафифатан адатан. Макулят – закуски, продукты. Хафифа – легкий, адатан – обычно. Где ты будешь разговляться? Эйна туфтыру льяум – сегодня. Эйна туфтыру льяум – автора юфтыру – разговляться. Я буду разговляться в соборной мечети, и там же буду читать намаз. Намаз Тарауих. То есть это дополнительная молитва, которая совершается, дополнительная коллективная молитва, которая совершается в месяц Рамадан. Сауфтеру филь месджидиль джамиа ва усолли салята Тарауих гунаке эйдан. Сауфтеру филь месджидиль джамиа ва усолли салята Тарауих гунаке эйдан. Солли юсолли. Солли юсолли. Молиться. Аль-Месджид Аль-Джами – это соборная мечеть. Что ты пьешь на ифтар? Ифтар, слово ифтар, оно может использоваться как со смыслом завтрак, также может использоваться со смыслом принятия пищи во время разговления, то есть, ну, как бы ужин, да, по времени. Но смысловая связь здесь такая, то что завтрак – это как бы первый прием пищи, да, у человека в обычное время, не в Рамадан, не во время поста там, и так далее. А ифтар – это тоже как бы первое принятие пищи, первый прием пищи после длительного воздержания от нее. Что ты пьешь на ифтар? Мэдэ ташрабу филь ифтар? Мэдэ ташрабу филь ифтар? Я пью воду или апельсиновый сок. Ашрабуль мэ ау асыраль буртукаль. Ашрабу льма ау асыр аль буртукаль. Что мы будем делать на праздник Разговения? Мэза нафалю фи идиль фитр. Мэза нафалю фи идиль фитр. Утром мы
съедим фиников, дословно примем фиников. Фиссабахи натанавалю тамр. Фиссабах натанавалю тамр. Потом мы заплатим закят аль-фитр. Это обязательное подаяние по окончанию месяца Рамадан. Сумма надфау закят аль-фитр. Сумма надфау закят аль-фитр. Дафа ядфау платить. Потом мы совершим праздничную молитву. Сумма нусолли салята ли'ид. Сумма нусолли салята ли'ид. Потом навестим друзей и родственников. Сумму назуруль аздыка валь акариб. Сумма назуруль аздыка валь акариб. И несколько видов поздравлений. Пусть весь год у тебя будет все хорошо. Да, ну, примерный перевод. Кулля ам ва анта бихайр. Ну, если множественное число, кулля ам ва антум бихайр. Тоже можно такой вариант. Тоже как бы весь год пусть у тебя будет все в порядке. Кулля сена ва анта тайиб. Или ва антум тайибун. Кулля сена ва анта тайиб. Или пусть примет Аллах у нас и у вас. Имеется в виду пост, хорошие дела, подаяние и так далее. Такаббаля Аллаху минна ва минкум. Такаббаля Аллаху минна ва минкум. На этом все. Используя эти фразы, попробуйте ответить на такой вопрос. Кейфа такды Рамадан. Напишите что-то, ну, в предложениях 10, 7, и оставьте это в комментариях, я постараюсь посмотреть. Шукран лиль мушахада, иля ля лика.